Дорогие земляки, 19 сентября нам предстоит сделать очень важный выбор. Я призываю вас поддержать нашу программу и команду, выдвинутую для ее реализации. Мы обязаны восстановить бесплатную медицину и образование. Расходы семьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% совокупного дохода семьи. Кандидат в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу номер 149 Лавр Черкашин.